всего, их было, может быть, пять. Вот, то есть было, нас было трое или четверо русских, Китай, Иран, Мексика, Африка, Сербия, что-то там еще, Канада была. Да, нас было очень много народу с разных стран, и это было очень интересно, потому что у нас постоянно были национальные праздники, там всякую национальную еду готовили. То есть, с кем дружил больше? У меня лучшая подруга из Китая. Вот мы в одном доме жили, да. Вот. Ну и, само собой, наша русская тусовка. А вот с финнами мы потом подружились. То есть там у нас была группа дизайн международной нашей, группа дизайн финская. Но они были такие нетипичные финны. То есть они были очень общительные, гостеприимные. То есть другие финны, после вот, которые нет университета, друзья, они не такие. Они в гости не пригласят, они тебя чаем не напоят, как у нас, ну, люди привыкли. А вот те, кто в университете, может, это как-то все-таки влияет. Ты учишься в международном университете, ты познаешь другие культуры, и как-то уже понимаешь, что надо, если у тебя друг, ну, с другой национальности, то надо не так, как у вас, а как-то надо тоже, ну, чтобы обоим было приятно. Потому что многие финны, да, вот если ты придешь, они тебе, ну, может, дадут стакан воды, и все. Если ты с собой что-то не принес, все, тебя не угостят. А вот в университете, да, у нас были, мы ходили на дни рождения, мы там, девочки готовили сами финки, мы приносили подарки, но это было только в университете. В обычной жизни, если кто-то празднует день рождения, вот сколько я ходила в Хельсинки, никто не дарил ни подарков, все приходят со своим алкоголем, ни у кого там торта не будет, вообще ничего такого не будет. Я тоже вспомнила, да, то, что я попадала здесь на дни рождения шведок. И вот дни рождения, да, к сожалению, это были один алкоголь, чуть-чуть сыра, может быть, виноград, и все. Ну, естественно, на днях рождения я больше люблю есть, чем пить, поэтому мне это уже не интересно было, и больше я не ходила. То есть это был такой не очень удачный опыт. Ну да, они так делают. То есть и Новый год, кстати, также празднуют. Вот Новый год. То есть если Рождество, они собираются в семейном кругу и тогда готовят традиционные блюда, то Новый год это больше с друзьями, и это именно вот тематические такие алкогольные вечеринки, я бы сказала. Да, причем сильно алкогольные, сильно, такие. Прямо сильно. У меня мама была в шоке. Вот мы в Хельсинки, когда встречали, 2016 год, идут мои подружки от метро, одна бутылка водки достает, а ей 17 лет причем было. Это мама так смотрит. Нет, финки. Ну, мои русские, которые в Финляндии, они наоборот не пили. Вот русские не пили. Финки они пили так, что... Причем я не знаю, как они тогда алкоголь доставали, потому что пили лет с 15-16, и причем так конкретно. То есть если бы я столько выпила, я бы тут же бы вырубилась. Они так с водкой, у меня мама так в шоке так смотрит, думает, боже мой. Финляндия тогда? Да, да. Ну я слышал, такие рейсы вот эти есть там этот, на пароме, там где-то они нажираются все. Боже, там такое, это просто надо с камерой снимать. Вот это, это просто у меня первый раз. А что такое у них? Выход энергии, что ли, такое? Что в себе держишь, чтобы где-то надо вырваться, да? Вот? Ну да, я думаю, что это просто разные слои на самом деле общества. Это не характеризует никак всю страну. Так нет, там независимо, то есть это могут быть и студенты, они могут очень, ну, конечно, до такой прямо блевотни я не видела, чтобы напивались вот те, кто со мной учились, но вот обычные финны, вот, обычные, и такие ротлеры, вот, если они попадают на вот эти круизы, это все, а еще в Финляндии проводились, вот, между Финляндией, по-моему, Швецией, Финляндией и Эстонией, там рок-круизы, и, в общем, там такое, вот, это действительно, это можно сериал было снимать, там люди будут валяться везде, на палубе, вот так ты ходишь через эти тела по вот этим, между кабинами, да, везде там кто-то блюет, кто-то занимается сексом тут же на полу. А, прям все... Да, это просто такое, ну, я пару раз поснимала, думаю, ладно, когда потом утром проснусь, посмотрю, я так посмотрела, думаю, боже мой. Это норма такая, да, вот отдыхать? Ну, я думаю, что это все равно определенные слои общества, как в любой стране, это слишком такое будет жесткое на самом деле описание, потому что все равно есть другие люди, которым это вообще не интересно так проводить время. Есть люди, которые здесь, ну, например, что касается Швеции, здесь есть люди, которые, не знаю, играют в гольф, занимаются конным спортом, придумывают, как спасти окружающую среду. То есть это очень такое, как сказать,
Ну, нельзя так. То есть это все равно, что вот когда о России говорят, что у вас там все алкоголики, я обижаюсь. То есть, не, в принципе, это очень жесткое описание, я думаю, что оно только верно как бы в конкретной ситуации. То есть вот да, круизы, да, это алкогольные вечеринки, но это характеризует только круизы и только алкогольные вечеринки. Но это никак не может характеризовать всю страну в целом. Так же, как, например, если ты познакомился, я не знаю, пошел в России, там, выпил в коммунальной квартире, или пошел в России, сходил в Мариинский театр. Ну, разные же впечатления о стране будет. Понятно, понятно. То есть здесь это очень такое жесткое описание, которое я не считаю, что характеризует прямо всю страну. А здесь вообще почему так алкоголь? Я что-то заметил, какие-то магазины отдельно здесь стоят, да? Да, система Буладлиц. Почему такое здесь? Они вот не как там, у нас в Ашан заходишь, там все, алкоголь и все. Ну, так там... это во многих почему? Странах Европы, вот в Дании, кстати, такого нету, но вот Финляндия, Швеция, Норвегия, там какая-то монополия отдельная покупает вот это алкоголь, то есть надо очень в определенное... По... То есть... Отдельно? В чем отдельно продают его? Там на душу населения сколько там? Ну, может быть, они как-то думали, что этим они ограничат вот пьянство это как-то, но в итоге это вышло наоборот боком. Вот запретный плод сладок, вот ага. Поэтому они так сильно и пьют. В Италии же они не напиваются или во Франции? А вот здесь, да, и многие, кто вот меня попросил, что дети достают алкоголь. И вот конкретно, ну, в Швеции я такого, конечно, не видела, но в Финляндии, да, стоят, просят кого-то, чтобы, ну, можете купить. Ну, я видела, конечно, такое и в России, но вот настолько, чтобы в Финляндии такой жесткий алкоголь пьют. То есть, если в России там какой-нибудь Ягуар там или что там они просят, там, блейзер им купить, то там водочку. Вискарик. Ну, вискарик, да. Так по-жесткому. Может, потому что страны холодные, мне кажется, здесь какая-то в холодных странах в основном пьют там крепкий алкоголь-то или нет? Ну, как-то... Там в Испании винцо, сюда, вот, например, там Италия, винцо, тут все. Не, ну там вообще они меньше пьют, при том, что у них это все очень дешево и доступно. У них нету такого, то есть такой культуры, чтобы напиваться. Там у них они выпивают, ну каждый день у них аперитивы есть, но они же и закусывают. Здесь-то нету такого, чтобы закусывать вообще. Такого понятия, как закуска, здесь нету. Чисто алкоголь хлещешь и все. Ну да, и тост поднять, вот что-то. Тарелку супчика между тостами тут. Из кадра выйти, потому что я человек, который практически не пьет вообще. И я действительно... Мы тут на эту тему разговариваем. Как сказать, ну, вспомни годы молодых. Ну, на самом деле, я действительно, ну, как бы, не пью алкоголь практически вообще. Я избегаю таких вечеринок. И просто я не знаю, что я делаю в этом интервью. Вам надо было одну старую снять, выложить это, сделать суперскандально. Нет, ну, про культуру алкоголя надо, конечно. Да, но... потому что это очень разно в разных странах. Я еще плюс стала изучать, вот сейчас курсы брать по вину, сомелье. Вот я сижу там, дегустирую все правильно, а вот мой швед, он вообще не понимает, что столовое вино, что такое. То есть шведы, они сами по себе не понимают, когда они вот идут в магазин, ну что шведы, что финны. Они покупают, я помню еще даже в студенческие годы, говорю, девчонки, а чего вы взяли вот такую гадость? Ну вот это было самое дешевое. Так я говорю, вы понимаете, что это столовое вино? Так, ну, какая разница, главное, что это дешево. Все. Ну это студентки, то есть ты же... Нет, я сразу же, то есть для меня надо обязательно брать полусухое. Мне мама просто научила, что вот надо полусухое, там, либо такое, либо ну вот такое, я тут такое. Не согласна, потому что я очень мало хожу по алкогольным магазинам, но я знаю, что вот если вы пойдете в шведский Систембулагет, то там шведские консультанты, и обратитесь к ним за помощью, что вот я готовлю рыбу, какое мне вино к ней подобрать, то они вам расскажут и подберут, и здесь очень много, вот именно в этом заключается их работа, что они будут работать с клиентами, советовать. Но просто, не знаю, я на самом деле, это, конечно, такая тема, которая прямо уберите меня из кадра. Ну ладно, ладно, мы приключимся. Девчонки, расскажите вообще, вот здесь, с работой здесь как сложно вот, работать устроить? Или там в сале, может быть, там были, как вот? Ну я вот принципиально здесь не работаю. А, не работаю. Потому что я всегда езжу в Италию, вот у меня парень очень недоволен, что вот я езжу. Я говорю, я не хочу просто половину своей зарплаты отдавать на налоги и знать, что на эти, ну, как бы на эти деньги будут жить вот эти беженцы.
смысле, они работать не хотят. Поэтому я сразу сказала, я здесь работать не буду. Все. Просто я действительно. Не, ну я просто очень против вот этого, потому что вот у меня мы, сколько, 50, почти что 50% у него налог идет, да? И вот мы просто понимаем, что мы даже по этой теме говорим, говорит, может, ты здесь найдешь работу? Я говорю, нет, я не хочу платить налоги, чтобы на них вот жили беженцы, которые не хотят работать, которые потом здесь ходят, создают криминал, жгут машины и вот делают много всякой дряни. Вот сколько там этих изнасилований, сколько нападений на детей, вот именно вот этих мусульман. Но это же жесть. В Италии, допустим, такого нету. Там они вот все приезжают, у меня очень много друзей афроамериканцев. Африканцев, вот, которые приехали в Италию. Они все работают, они все адекватные, они все честные. Здесь это только еще вот ну, те, которые раньше эмигрировали, еще до вот этого 2015 года, когда пошла вот эта волна вот этих вот. Те, кто раньше приехали, они именно приехали учиться, работать, вот они остались, они работают нормально. Даже помню, таксист у нас был один раз, он был черный, он говорит, что я терпеть не могу вот этих вот мусульман, при том, что он сам черный, сам из Африки, сам именно мусульманин, он говорит, я приехал работать, а они живут на моей налоги. Угу. То есть они сами свои же, кто первый приехал, иммигранты, они не любят вот этих новых иммигрантов. Потому что вот эти новые, они не хотят работать, они ничего не хотят делать. И нападают еще. Вот, допустим, мне вот парень сейчас рассказывал, на ребят из его группы напали арабы вот, и мусульмане в баре просто в центре города, где-то вот здесь. Пьяные, что ли, или просто? Не, ну просто ребята пили в баре, а они к ним подошли, вот вы шведы, вы нас достали и так далее. Вот. Я вообще была в шоке. Ну, хотя тоже у нас были ситуации, когда к нам приставали в автобусе, вот именно черный, на меня с парнем, вот они к нам приставали. Угу. В общем, были проблемы. Поэтому я уже стараюсь вечером здесь не выходить никуда, ни на какие там тусовки. Так страшно вечером? Ну, мне страшно. Да? Мне страшно, да. Потому что если, допустим, если в центре живешь, ладно, но если ехать, вот мы всегда же живем довольно-таки далеко, вот что вот все три квартиры были далеко. Если на автобусе ехать, минут 20-30. И вот я помню, когда мы 30 минут ехали, и когда там вся эта ситуация с черными, там уже даже шведы включились, что говорят, ну прекратите его вот это вот, потому что там их было, наверное, человек 10, и вот мы вдвоем. Это было действительно очень страшно. Вот я после сказала, говорю, не, я больше не поеду так. Сам, а получается, в Италии работать можно? В Италии как-то? В Италии, да. Как-то, на полгода уезжаешь постоянно, да? Ну, когда? Я больше люблю так, вот что полтора месяца, два месяца, ну, три максимум. Три максимум, да? Это вот так вот. Чередуешь. Да, да, и там спокойно. Вот причем, кстати, в Италии я была в самых криминальных районах, но никогда такого не было, чтобы, ну, нападали вот так вот, как вот. А где в Италии ты живешь, работаешь? Ой, я работала, ну, в основном вот Пьемонт, Ломбардия, потом, ну, на юг я никогда не ездила, хотя меня в Калабрию очень часто звали, в Калабрию я не ездила. Должна была ехать в Сардинию, на Сардинию, но сейчас все закрылось, и поэтому, наверное, поеду уже, когда откроется это все. Но так бы большую часть Италии вообще объехала, кроме юга. Мне на юг сразу сказали, где там Неаполь, вот это Калабрия, туда лучше не ехать, там очень криминально. Ну, меня там воровали тоже, да. Да, да. А в других местах нет, спокойно. Причем я бывала, что могу потеряться вообще. Я иду, да, с телефоном, там, со шмотками, с деньгами. Ну, никогда такого не было. Так, а может, в Италию приехать жить? Ну, я и думала, что я и думала. Ну, просто как вот как-то надо с этим шведом решать что-то. Швед хочет сюда приехать? Может, туда? У вас, получается, документы... Ну, так он же это самое, у него же тут группа. Тут вот если у парня группа, то это все, это номер один. А что значит группа? Это ну, рок-группа. А, рок-группа? Да, а, да. У тебя рок-музыкант? Да, да. Да, он говорит, если бы не рок-группа, я бы поехал бы, а так, это же группа, хотя, ну, группа такая, ну, господи, мне не нравится. Моей маме тоже не нравится. А тебе там вообще где нравится жить, например? Там Мурманск, Швеция, Италия? Мурманск я почти не помню, я же была маленькая. Мне нравилось Марсели, вот. А, Марсели? Да, Марсели. Франции, да? Да. Там вот хорошо. Мы постоянно еще ездили в Ниццу, Кан, и вот там прям вообще юг Франции, это очень здорово. Италия. Ну, Швеция. Что ты делаешь? Швеция. Ты что, меня решил на видео? Звезда. Ну, Мира. Ты мне даешь. Интересно очень.
вообще историю. Надо издалека вас снимать. Историю расскажи, когда приехал сюда, получается? 10 лет назад, да? Или когда? Нет, я, ну, как сказать, вообще я ездила сюда с детства по чуть-чуть, так понемножечку. Ну, навещать так и так далее. Но потом вот я думала сюда ехать конкретно учиться. Вот я помню, что мы приехали с классом где-то в 2010-м. Я еще тогда думала, между Финляндией или Швецией. Но вот в Стокгольме, это был при том, что 2010-й, я потерялась. И я поняла, что я в какой-то район попала. Там одни черные, там был протест. Я забежала в Макдональдс спрятаться. И там все эти бабы в таких платках сидят, одни черные. И я забегаю белая, у меня шок, они на меня смотрят. Я на них смотрю. Я такая, боже, ну это же Швеция, что это вообще такое? То есть уже тогда, это был 2010-й, было довольно-таки стрёмно. И вот мы приехали, помню, после этого с классом в Хельсинки. В Хельсинки было вообще идеально, вообще это спокойно. Я тогда думала, лучше буду в Финляндию поступать. И сразу же выбрала, потому что я думала, между Швецией и Финляндией, выбрала Финляндию. Это ты на английском учился? Или? Да, на английском. Да. Английский хорошо. Да. Ну, английский у меня как второй родной, я с детства говорю. Получается, документы европейские, да? У меня французский вообще вид на жительство, да. Французский? Да. Ну, потому что я замужем была за французом, вот в Марселе мы жили. Вот, поэтому. Это можно здесь перемещаться спокойно, да? Да, да, да. Так меня только поэтому и выпустили, потому что вот у меня документы, я же была у мамы в России, и потом все это закрылось. И главное, что в Европу было несложно попасть, а вот из России не хотели выпускать. Вот с этим коронавирусом, это у нас, по-моему, люди с ума сошли. А, вот так. Да. Вообще, ты скажи, во Франции жил в Марселе, как вот французский мужчина. Вот, он был француз. Мужчины там, конечно, очень красивые, очень красивые. Прям романтичные такие. Вот я помню, что все друзья вот моего мужа бывшего, ну просто красавчики вот такие. Я просто туда переехала сразу же после Финляндии, и вот я, конечно, была вот так вот просто. Да, да. Мне очень там понравилось. Единственное, что проблема, никто не говорил по-английски. А, только сам? Да, да. Ну вот те, кто ротлеры еще, друзья вот моего мужа, они говорили по-английски. Вот моя свекровь стала учить английский специально для меня. Вот, кстати, идеальная свекровь была, вот она специально для меня стала учить. Мы общались. А так, конечно, тяжело. В Италии как-то с этим получше. Ну и они даже, если не знают английского, они на руках, ну, по-любому пытаются общаться. Во Франции как-то нет. Они говорят, если приехали во Францию, надо учить французский. А как вообще в этом час? Приехал ты, на самом деле, французский не знаешь, они только на французском. Как вообще начиналось? Ну как, на английском, с теми, кто могли, вот на английском, потому что друзья мужа в основном все говорили на английском, потому что все рокеры, он тоже рокер, из рок-группы был, вот, и все, кто рок-музыканты, более-менее, они знают английский. И так вот вы общались, то есть все нормально было. В общем, много лет там же прожила, Марселе? Ну, где-то так год с чем-то. Год с чем-то? А, это же так быстро все? Да, потом как-то поняла, что слишком рано вышла замуж. А, слишком рано? Да, у нас характеры не сходятся, ну, цели тоже не сходятся. Как вообще французские мужчины, как вот менталитет Франции? Ну, вообще, как мне мои друзья-французы говорят, что тебе еще не самый, что мне достался не самый лучший француз, да, что другие, они еще круче. Думаю, ну, блин, у меня был, в принципе, довольно-таки неплохой, а если там еще лучше, то это, наверное, я бы сказала бы французы, ну, лучше, чем итальянцы, потому что итальянцы, они живут с родителями там до седых волос. Во Франции все-таки такого нет. Ну, там только очень редко, и если ты живешь с родителями, тебя считают лузером. Ну, мне кажется, как в России все-таки. Если там у тебя 30 с чем-то, и ты живешь с родителями, да, скажут это, ну, ты что, лузер, что ли? Вот во Франции тоже. А в Италии нет, нормально. Вот у меня бывший парень, ему 31 год, вот он жил с родителями и с сестрой. В Италии? Угу. А, в Италии? Да, и он мне говорит, давай к нам. Угу. А, спасибо. С родителями вместе? Да, и у него комнатка вот такая вот крошечная. А, вот так. Я говорю, спасибо, не надо. А вообще французский выучила? Нет, я итальянский выучила. А, итальянский? Да. Во Франции год, как-то французский не дался? Или? Ну, потому что самой французский учить очень тяжело, там особое произношение, это надо идти на курс. И я тогда еще мужу говорю, давай сначала выучу итальянский или испанский, потому что это все-таки одна группа языков, а потом будет легче французский. Ну, по крайней мере, все так давали тоже советы. И итальянский я выучила, ну и потом как-то получилось, что стала работать в Италии. А, то есть, получается, во Франции жила, ездила в Италию работать? Да, потому что мы жили в Марселе, и я начала работать в Генуе, там прямо прямой поезд и прямой автобус ходит, то есть это легко. Ну и муж меня иногда возил, там забирал, то есть, ну, в принципе, нормально все. А там вообще есть русская диаспора, там русская?
русскоязычных в Москве есть или мало? Да, да, очень много. Очень много. Но в основном в Ницце. В Ницце там прям вообще приходишь на пляж, там один русский язык. Да, вот так даже. Да, да. То есть в этом плане там спокойно, мне понравилось. В Швеции, вот, ну, если сравнивать из всех стран, что я была, мне кажется, вот самая тяжелая страна. Швеция? Да. И вот, кстати, недавно читала рейтинг самые недружелюбные страны. Швеция, по-моему, на первом месте там. Недружелюбные? Да, да. Ну, где вот тяжело и акклиматизироваться, то есть жить, ну, потому что люди такие все-таки. Если Италия, Франция, там гораздо проще, даже если не знаешь языка, а в Швеции, ну что, они все идеально говорят на английском. Ну, это как-то не помогает с тем, чтобы друзей найти и так далее. Действительно сложно. Так как вот в Марселе, там получается солнышко, например, я тоже здесь погоду узнавал, а здесь как-то вот, нормально здесь, как депрессии нет? Не, ну сейчас-то, кстати, сейчас довольно-таки теплая осень, на самом деле, нам в этом году повезло, потому что здесь, это редко, когда на Хэллоуин в Швеции там или Финляндии, чтобы снега-то не было. Я помню, что раньше мне всегда так переживала, хотелось как-то одеться интересно на Хэллоуин. А никак, потому что снег, уже холодно там особо. А в этом году было довольно-таки здоровски, тепло. Мы даже в начале ноября ходили, там было плюс 14 в начале ноября. Это же вообще нонсенс. То есть, Вера, оператор. Все понятно. Сам себе режиссер. Да, интересно. Здесь, получается, значит, здесь вот в Швеции узаканивать отношения можно не узаканивать. Просто гражданский брак и все, да? А это, получается, ты тоже тебе легализацию дают в бумаге, которую, например, уже как, ну, это, например, девушка соседей приехала? Да, приехала, там, да, там же жили, да. А, тоже. Ты считаешь просто гражданский или как, ну, типа... Не надо жениться, это... Это удобно, потому что потом тогда не разводиться. Чтобы, допустим, если вы хотите переехать к бойфренду в Швецию, то вам не нужно для этого заключать брак, то есть ваши отношения, они на законодательном уровне достаточно сильный аргумент, чтобы получить документы либо вид на жительство. Да. Это даже этот гражданский брак, да, получается? Да, 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 то есть не надо жениться. А что там вот как-то он ограничивает? Там вот чем отличается он от такого официального? Сильно ничем или... Это практически ничем. Практически ничем, да? Да. А паспорт не быстрее получить, когда... Если... Нет, нет. То же самое, если получать паспорт, все то же самое. То есть практически ничем. Ну, когда еще какие-то третьи отношения такие ездили. Чтобы здесь же получается, у нас там отличается, например, квартира одна, и там, например, там, ну, девушки там или там парни жить негде, он так и живет из-за того, что там, ну, вот, квартира одна, там, переехать никуда там. А ты, говорит, тут ушел на социум, тебе раз там, и тебе квартиру дали, и мне квартиру дали. Ну, вы знаете, ты... вот я бы хотела сказать, что вот этот вот социальный пакет, про который говорят, что в Швеции он так развит, нет. То есть тебе нужно реально найти, достичь дна. Дна, да, чтобы тебе помогали. А, вот так вот даже, да? Тут не помогают просто так. Не просто потерять работу, потерять все деньги, которые ты скопила, там, не знаю, на банковском счете. Ну, то есть это миф. Это уже не действительно. Вот социальный пакет, либо там социал, либо какое-то пособие по безработице, это уже нужно прямо сильно упасть на дно, чтобы тебе начали помогать. И то не факт, потому что, в принципе, здесь есть бездомные. Чего еще? Бездомные, бездомные. Им не помогают, они продают журналы. А, что-то все зарабатывают, да? На улицах. На улицах продают журналы «Фактум» или «Фактум», забыла, как называется. То есть эта проблема здесь, ну, да, это один из мифов, я бы сказала, что ты можешь там переехать в Скандинавию, сесть на социал, ничего не делать. В Финляндии можно. В Финляндии там все-таки в этом плане, почему я говорю, что уровень жизни в Финляндии лучше. Там, ну, если ты потерял работу, то тебе всегда помогут. Вот даже мне помогали при том, что у меня тогда как, ну, не было финских документов, да, у меня была только студенческая виза. И там организация, ну, вот я не знаю, может, в Швеции тоже есть такая Кела. То есть, если ты теряешь работу, тебя уволили, и ты не состоишь в рабочем союзе, тут вот тоже же рабочие союзы есть. Есть, да. Вот, если ты не состоишь, то тебе выплачивают пособие, ну, для квартиры, для питания. Вот, там это выплачивают все. Но у меня, как я была студентка, foreign student, мне не помогли, и мне сказали, а попробуй обратиться в церковь. И вот церковь мне помогла. Они мне заплатили за квартиру, и там еще такая вещь есть, в Финляндии очень многие этим пользуются, бесплатная раздача еды. А, вот в
детстве такого нету. Я все время спрашивала своего парня, говорю, ну неужели ты такого нету? Нет. В общем, там продукты, когда вот буквально несколько дней, или там, ну, может быть, от недели до нескольких дней остается due date, то есть до просрочки, их всех направляют в церковь, и церковь раздает это людям бесплатно. И причем там целый пакет, вот можно прийти с чемоданом, тебе вот целый чемодан отдают. Там очереди, я помню, что в Хельсинки мы ходили, там все вот студенты, приезжие, пожилые. А в 9 утра открывается очередь, до 9:30 тебе надо успеть занять, там несколько километров, вот так вот. Мы несколько часов обычно всегда стояли, но тебе дают такие продукты хорошие, то есть если вот этот набор покупать в магазине, ну евро 100 будет, а тут тебе бесплатно выдают. И в Швеции такого нету, в Дании тоже узнавала, там такого нету. Это именно в Финляндии. И в каждом городе такое. Финляндия. Да, да. И я даже видела, что туда приезжали русские из Питера и эстонцы, вот узнали про эту очередь, про еду, и вот брали еду. Так. А когда везут документы, показывают, что там ты... Нет, вот там, вот в Хельсинки конкретно нет. В Йоэнсу, где я училась, да, надо показывать карточку, что ты студент, либо резидент, да. Там проверяли и тебе давали, спрашивали, на сколько человек там. Я говорю, на одного, да. А в Хельсинки нет. Угу. А, девчонки, а вот здесь получается коммуна, правильно? Коммуна как-то нам помогает вот как-то жить здесь? Чего вообще коммуна организована здесь? Все мы через коммуну идем. Коммуна. Помощь там как-то нет? Вот сложно сказать, я ни разу не пользовалась такой помощью. Как такой профсоюз получается, да? Ну, профсоюз рабочий. Нет, профсоюз это другое. То есть профсоюз, ты становишься членом профсоюза, когда работаешь, начинаешь платить деньги, страховку. То есть профсоюз это не социальный какой-то пакет, когда люди помогают. То есть ты конкретно от своей зарплаты платишь деньги в профсоюз. В случае увольнения с работы он тебе помогает год. Потом сам. Профсоюз, да, получается? Да. А до этого ты платишь ему постоянно деньги, да, вот зарплату? До этого каждый ты платишь месяц. Каждый месяц определенную сумму. И все люди платят. И вот таким там, образом... Там нельзя не платить, да, получается? Нет, можешь не платить, но тогда у тебя не будет года. Да, после работы, если уволишься. Да, то есть не будет вот этого года на поиске новой работы. Но вот это помощь профсоюза. Но что касается вот социальной помощи, это просто многие люди путают. То, что социальная помощь – это вот уже все. Человек достиг дна. У него ничего нет. Его сейчас с квартиры выгонят. Ему нечего есть. Он все продал, что мог. У него нет родственников. Вот тогда может быть. Но это такая ситуация, в которой я никому бы не пожелала оказаться. Понятно, понятно. И чтобы именно вот переехать ради этого, это я не знаю, зачем. Да, да, да. Это очень устаревший миф. Лучше иметь, не знаю, простую работу, работать и сохранить как-то свое, не знаю, бороться за то, чтобы сам. А вообще скажите, вот рекомендовали бы подписчикам, стоит эмигрировать в Швецию? Нет. Нет? Нет, ни в коем случае. Вот Швецию нет. Швейцарию, да, Швецию нет. Почему так? Ну, в Швейцарии там до такой степени идеально. Я там тоже работала, кстати, боже мой. Швейцария, да. Это самая красивая, самая лучшая страна. Вот туда бы я очень хотела поехать, но там надо 10 лет прожить на одном месте, чтобы получить... Там же это же не страна ЕС, это, то есть еврозона, но не член ЕС. То есть там определенные свои условия. Там надо 10 лет прожить в одном городе, в другой город нельзя переезжать. Там надо именно в одном месте прожить. Там она же разделена, там итальянская, я работала в итальянской, то есть в Лугану. Немецкая и французская, везде разные законы, там разные языки, разные все. Но все-таки уровень жизни там это... И зарплаты высокие, но и цены высокие. То есть если сравнивать шведские цены и швейцарские цены, можно сказать, что здесь дешево. Здесь дешево? Да. Да. Но как бы там Швеция жила, как тебе вообще там, менталитет швед? Ой, шведы, Швейцария, швейцарцев. Швейцария, но это ж я жила в Италии. Не успела? Не успела, к сожалению. Как обычно, швейцарцы. Ну, все-таки это была Лугана, итальянская Швейцария, поэтому там полегче, потому что в других, в немецкой, там я вообще слышала очень законы жесткие, законы тишины и так далее. Все-таки тут итальянцев очень много работает в швейцарской части, в итальянской части Швейцарии. Там нету прям таких вот драконовских законов. Ну, конечно, да, то есть надо все поддерживать тишину, чистоту и так далее, но
все-таки, если бы я выбирала, куда переезжать, я, наверное, бы в итальянскую бы часть переехала, бы в Швейцарию. Да? Да. Ну, получается, все документы есть, ты можешь спокойно переехать, да? Так нет, туда надо вот, чтобы тебя наняли как рабочего, либо выйти замуж, да, и жительно конкретно там уже получать швейцарский паспорт. А, так подожди, а с французскими документами нельзя туда работать? Нет, можно поехать работать, но в любом случае надо паспорт. Даже вот если, допустим, ну вот у Веры есть паспорт Евросоюза, если она поедет, все равно надо 10 лет прожить. Это независимо от того, что у тебя есть паспорт или нету. Надо в любом случае 10 лет прожить. В Швейцарии, да? Да, да. То есть, если есть вид на жительство, либо есть паспорт, либо есть что-то еще, надо в любом случае прожить 10 лет. Тогда да. Вообще гражданство в Швеции легко получить? Ну вот ты расскажи. Давайте я вам сначала расскажу про иммиграцию. Вы как-нибудь там, я не знаю. Я надеюсь, что ваши подписчики все-таки увидят две точки зрения. Одну очень радикальную, которая у старой, на другую не очень. Что касается иммиграции или переезда в Швецию, то я бы вам рекомендовала делать то, что вам хочется, пробовать, не слушать вообще других людей, а все узнавать на собственном опыте, потому что опыт у каждого разный. Кому-то может повезти, кому-то может не повезти. Но перед тем, как переезжать в любую страну, нужно подготовиться финансово.